Уважаемые коллеги, еще раз доброе утро. Позвольте начать немножко с опозданием нашу завершающую секцию. Вот и первый доклад у нас из Новосибирска. Варикозно-трансформируемая вена как совокупность клеток с патологически измененными функциями. Сметанина Мария Александровна. Пожалуйста, коллеги, просьба придерживаться регламента. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые присутствующие. Хочу поблагодарить организаторов Санкт-Петербургского венозного форума за проведение столь замечательного мероприятия, за возможность выступить с докладом. Если вдруг не буду укладываться во временные рамки, останавливайте, пожалуйста. Так, перелистывать это вот с помощью... Здесь, да? И разрешите представить вашему вниманию доклад на тему варикозно-трансформированная вена как совокупность клеток с патологически измененными функциями. Прежде всего отмечу этические аспекты, заявляю об отсутствии конфликта интересов. Итак, нормальная стенка вены состоит из трех слоев. Это внутренний слой туника интима, состоящий из слоя эндотелиальных клеток с подлежащими коллагеном и эластином. А затем средний слой стенки вены туника медиа, состоящий главным образом из гладкомышечных клеток с коллагеновыми и эластиновыми волокнами. И наружный слой туника адвентиция или туника экстерна, где преимущественно расположены фибробласты и коллагеновые волокна. Но не только, конечно же. В процессе варикозной трансформации стенка вены претерпевает изрядные изменения, как молекулярные, обусловленные главным образом эпигенетическим сдвигом профиля экспрессии метилирования генов и таким образом изменением количественных и функциональных характеристик их белковых продуктов, этих генов, а также морфологические изменения, которые обусловлены гиперплазией внутреннего слоя, субэндотелиальным фиброзом, также изменением фенотипа гладкомышечных клеток секреторного, сократительного на секреторный, разрастанием адвентиции и уплотнением, выработкой повышенной внеклеточного матрикса, что также обуславливает ригидность стенки вены при варикозе. Для более детального и углубленного изучения патогенеза варикозной болезни вен нижних конечностей необходимо изучить вклад клеток-представителей того или иного слоя стенки вены, поскольку каждый тип клеток, он по-своему также претерпевает эти изменения и по-разному запускает каскад молекулярных процессов, влияющий на смежные слои стенки вены. И методами изучения послойного вот таких изменений могут являться это конфокальная микроскопия с прижизненным окрашиванием ткани на соответствующие маркеры, получение первичных культур клеток, представителей слоев стенки вены путем выращивания их на селективных средах, также ферментативная дезагрегация стенки вены с последующим клеточным иммуно- или магнитным сортингом, непосредственно механический соскоб под увеличением и лазерная микродиссекция. Каждый из методов, естественно, не лишен своих достоинств и недостатков, и выбор метода зависит от задач исследования. Если необходимо сохранить генетический материал для последующего выделения, естественно, мы пытаемся использовать такие методы, которые минимально влияют на возможные изменения в процессе обработки клеток. Это механический соскоб, максимально быстрый после получения патологического материала, либо резкая заморозка, как правило, в жидком азоте, с последующим
нарезанием срезов и лазерной микродиссекцией. Если же мы хотим увидеть какие-то процессы прижизненно, мы окрашиваем стенку вены на соответствующие маркеры и делаем наблюдение. И либо получаем первичные культуры этих клеток, и также можем производить какие-то манипуляции с клетками-представителями того или иного слоя. Итак, с помощью большинства из этих методов нам уже удалось провести пласт исследований и получить объем знаний, какие-то данные. Например, с помощью механического соскопа недавно мы определили, что уровень, именно копийность митохондриальной ДНК, она снижена при варикозных венах по сравнению с гладкомышечными клетками нормальной вены. До этого мы сделали такой вывод на цельных сегментах вен, а непосредственно разделив вот механическим соскобом слой от слоя при увеличении, мы обнаружили, что за изменение в копийности митохондриальной ДНК отвечает гладкомышечный слой. Метод позволяет быстро детектировать молекулярные процессы, происходящие в пораженной вене, но также, возможно, контаминации соседних слоев, поскольку это все равно происходит не так прецизионно, скажем так. Другим методом мы исследовали с помощью окрашивания митохондрий красителями флуоресцентными на предмет активных или общего количества митохондрий в том или ином слое, и уже получали данные то, как ведут себя и выглядят митохондрии, например, во внутреннем слое и в туникомедии. Ага, вот на слайде изображен пример 3D-изображения, то есть эндотелиальный слой неварикозной вены и разрезанной продольно, и фрагмент эндотелиальных клеток варикозной вены. При варикозе, ну, как известно, дисквамация эндотелия происходит, и это не совсем равномерный слой. Здесь изображены гладкомышечные клетки, также окрашенные красным на активные митохондрии, общие митохондрии зеленым, неварикозные и варикозные вены. И вот обработка Z-стеков, так называемых, это 2D-изображений, которые суммируются в 3D, и уже можно воссоздавать видеоизображение, то, как клетки расположены в том или ином слое. Вот. И благодаря как раз-таки этому методу мы обнаружили, что митохондриальный мембранный потенциал, который определяет непосредственно активность и здоровую функциональность митохондрий, он снижается в варикозных венах, и главным образом это происходит в туникомедии, где представлены гладкомышечные клетки, что свидетельствует, что вот, ну, в очередной раз подтверждает, что они, естественно, отвечают за сократимость стенки вены, и это отражается на митохондриальном потенциале, соответственно, на выработке АТФ, и стенка вены не способна должным образом сокращаться. Следующим методом является выращивание клеток, получение первичных культур клеток из вены путем выращивания селективных средов. Что значит селективных? То есть таких средах, которые создают условия для пролиферации конкретного типа клеток за счет наличия в них соответствующих ростовых факторов, аминокислот, витаминов и так далее. Вот. И здесь представлено изображение как раз эндотелия, гладкомышечных клеток и фибробластов. А темные вот эти пятна – это и есть кусочки вены, из которых вот так разрастаются клетки, обработанные, дезагрегированные посредством коллагеназы до этого. Также возможна ферментативная дезагрегация тканей с последующим клеточным, иммунно- или магнитным сортингом. Данный метод позволяет выявить разницу между нормой и патологией, однако за время обработки материала, во-первых, транспортировка, во-вторых, сама сортировка клеток, она занимает, естественно, время, изменения уже какие-то в клетках происходят, и не совсем получается
та картина, которая отражает состояние клеток при взятии материала. То есть она слегка меняется, поэтому профиль экспрессии или метилирования генов может слегка смещаться. Благодаря вот сочетанному методу получения представителей клеток из первичных культур нам удалось выявить некоторые факторы, выделяемые венозным эндотелием при воздействии колебательного напряжения сдвига. И это воздействие оно провоцирует изменения также в следующем слое в туникомеде и в адвентиции. То есть клетки, благодаря своим клеточным тесным контактам, очень быстро распространяют сигналы, передают их на последующие слои. И какие-либо изменения, происходящие, например, с эндотелием, поскольку это слой, контактирующий с током крови, очень быстро эти изменения в виде сигналов молекулярных передаются на последующие подлежащие слои стенки вены. И, соответственно, вена сама претерпевает изменения. Вот. Следующий, последний метод, о котором я хочу сказать, это лазерная микродиссекция. В настоящее время мы находимся на этапе апробирования этого метода, и там очень много подводных камней, это не так все просто. Для извлечения участков, содержащих тот или иной тип клеток из замороженных срезов. То есть прежде всего мгновенная заморозка материала происходит, и потом с помощью... А вот чтобы видео прокрутить, это нужно нажать, да? Да, вот. Мария Александровна, активизируйтесь, вы уже немножечко из регламента выходите. Все, простите. То есть мы делаем замороженные срезы, из которых с помощью лазерного микродиссектора выжигаются области, которые мы определяем под микроскопом, принадлежащие тому или иному слою стенки вены. Таким образом, если время проходит незначительное с момента заморозки до вот взятия материала, но это вообще очень трудоемкий процесс, надо сказать, какие-то искажения все равно происходят, и самое главное, очень мало клеточного материала благодаря этому методу удается получить, потому что все очень на таком микро-микроуровне. Так, вот такой прибор, и вот, допустим, пример, как вырезан внутренний слой благодаря лазеру. А вот это не совсем удачный пример, когда он вырезан, но отказывается катапультироваться с пленки, ну, в силу разных причин, порой даже от нас независящих. Вот. В заключение хочу сказать, что использование большинства из перечисленных методов позволило нам выявить ряд участников патогенеза ВБНК, но еще предстоит обнаружить новые пазлы. Спасибо за внимание. Спасибо, Мария Александровна. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Спасибо. И следующее сообщение. У нас коллектив авторов представляет сообщение Ольга Вадимовна Дженина и авторский коллектив профессор Богачев и доктор Панов. Пожалуйста, беременность после стентирования подвздошных вен. Как выбрать антитромботическую терапию? Добрый день, коллеги. Но ни для кого уже не является секретом, что последние несколько лет ознаменовались бумом развития венозного стентирования, который переносит пациента с тромботической и нетромботической обструкцией венозного подвздошного сегмента. И если говорить конкретно об особенностях гендерных этого венозного стентирования, то по самым скромным представлениям за последние два года на территории нашей страны стентирование по поводу тромботической и нетромботической окклюзии подвздошных вен перенесло не менее 300 женщин, находящихся в репродуктивном возрасте, которые или могут в дальнейшем планировать беременность, или уже ставить непосредственно нас, флебологов, эндоваскулярных хирургов, перед свершившимся фактом наступившей беременности. И основная проблема, которая возникает с такими пациентами, ну, помимо радости за их материнство, это проблема антикоагулянтной антитромботической терапии во время беременности, которая будет направлена в том числе на профилактику тромбоза уже непосредственно стента и нижележащих участков венозного русла. И в настоящее время у нас отсутствуют отдельные рекомендации, которые рассматривают варианты проведения антикоагулянтной или, например, антиагрегантной терапии у таких пациенток. Более того, даже в тех шкалах, которые мы сейчас используем для оценки общего совокупного риска тромботических осложнений во время беременности, не учитываются в качестве потенциального фактора риска ни сам факт обструкции подвздошного сегмента, в том числе нетромботической, ни сам факт перенесенного венозного стентирования. В настоящее время единственное, на что мы
мы можем опираться, это предложенный международный дельфийский консенсус, который мы можем экстраполировать с определенными ограничениями на вот такую беременную пациентку. Основные ограничения, которые у нас связаны с фактом беременности, они будут отражаться в ограничении выбора антикоагулянтной терапии, потому что мы помним, премиоральные антикоагулянты и антагонисты витамина К, они все проникают через гематоплацентарный барьер и обладают доказанной эмбриофетотоксичностью. Поэтому здесь при рассмотрении антикоагуляции мы можем использовать только низкомолекулярные гепарины, как безопасные в том числе для развивающейся самой беременности. Здесь необходимо будет учитывать индивидуальные особенности перинатального риска венозного тромбоза, который может, по нашему мнению, отражаться в выборе конкретной суточной дозы низкомолекулярных гепаринов. Ну и самое основное, от чего мы предлагаем отталкиваться и что мы используем в своих непосредственно практических работах, это давность стентирования, то есть тот самый интервал от момента установки стента до непосредственно наступления беременности с учетом максимального риска рецидива стента в первые 3, ну и 6 месяцев после непосредственно процедура. Значит, вот в нашей серии случаев мы представляем наблюдение за 5 женщинами, которые перенесли стентирование подвздошных вен в связи с посттромботическим хронической окклюзией. У 4 женщин эпизод венозного тромбоза был однократный и спровоцированный. В качестве триггера выступали беременности, операции и также был один вариант гормон-ассоциированного венозного тромбоза. И у нас также наблюдается одна пациентка с рецидивирующим тромбозом без выявленного триггера и без выявленного скрытых тяжелых тромбофилических состояний. Интервал от, скажем так, инцидентного тромботического эпизода до непосредственного стентирования составил от 1 года до 15 лет, а вот интервал от стентирования до наступления беременности составил от 2-3 недель, у нас одна пациентка забеременела практически после выписки из стационара, до 2 лет. И у 4 женщин в наблюдении беременность наступила непосредственно на фоне приема прямых оральных антикоагулянтов ривароксабана, что тоже повлияло, скажем так, на скорость принятия решения. Первый, наиболее сложный и... Видно, да? Наиболее сложный для принятия решения вариант, это был как раз вариант пациентки, которой беременность наступила практически сразу же после стентирования. Такую пациентку мы рассматривали, конечно, как максимально опасную по рецидиву и по рецидиву самого венозного тромбоза, и по развитию раннего тромбоза самого стента. Тем более здесь у пациентки стентировалась и общая, и наружная, и общая подвздошная вена, и причем была проведена комбинация стентов Абре и Венова. И вот и пациент предлагалось использование в первые 3 месяца, ну, соответственно, и беременности, и, по сути, 3 месяца от начала стентирования максимальных доз низкомолекулярных гепаринов лечебных с последующим переводом на высокую промежуточную дозу 75% от лечебной дозы на протяжении всей беременности. И также было принято решение для усиления антитромботического эффекта добавить такой пациентке антиагреганты на основе ацетилсалициловой кислоты. Сразу скажу, что принятие решения о добавлении этой пациентки в терапию аспирина не было основано на доказательстве. Это было решение, принято в определенной степени на эмоциях от такого раннего наступления беременности, ну и также на упоминание использования антиагрегантов как в монотерапии, так и в комбинации с низкомолекулярными гепаринами в ряде сообщений о ведении беременных именно после стентирования у наших зарубежных коллег. Значит, в послеродовом периоде предполагалось использование также высокой промежуточной дозы низкомолекулярных гепаринов в более длительном режиме, нестандартной 6-8 недель послеродового периода, а так, чтобы у нас общая длительность антикоагулянтной терапии составила как минимум 1 год от момента установки самих стентов. Что оказалось в реальности? На протяжении беременности пациентка полностью соблюдала наши рекомендации, доза эноксапарина была рассчитана с учетом ее добеременной массы тела, какая-то дополнительная коррекция не требовалась, у пациентки не наблюдалось ни нарушения функции почек, ни патологической прибавки массы тела. Ацетилсалициловую кислоту в дозе 75 мг в сутки пациентка принимала до 36 недели, на этом сроке отмена антиагреганта была проведена в плановом порядке. Беременность в настоящее время доношена, роды произошли самостоятельно и в срок. К здоровью матери и ребенка в момент родов и раннем послеродовом периоде никаких, скажем так, претензий не было. Антикоагуляция была продолжена, однако через 8 недель на фоне дефекта антикоагулянтной терапии пациентка прекратила самостоятельно использовать низкомолекулярные гепарины, произошел тромбоз обоих стентов, в настоящее время пациентка переведена на стандартную терапию прямыми оральными антикоагулянтами, в настоящее время рассматривается возможность ее повторного стентирования.
У двух пациенток беременность наступила не настолько рано, но все-таки до истечения года после стентирования. У таких пациенток мы предполагали использование тоже повышенной промежуточной дозы низкомолекулярных гепаринов на протяжении всей беременности, но уже без добавления антиагрегантов, а также использование этой же дозы низкомолекулярных гепаринов в стандартные 6-8 недель после родового периода. У одной пациентки наши планы получилось воплотить полностью, рекомендации соблюдали, доза иноксапарина также определялась по беременной массе тела. Беременность в настоящее время доношена, роды произошли самостоятельно и в срок. Антикоагулянтная терапия в послеродовом периоде продолжена до 8 недель. В настоящее время после родов интервал составляет уже год. Антикоагулянты пациентка не получает. Стент проходим. До сих пор рецидивы венозного тромбоза в других сегментах также не обнаружено. А вот у второй пациентки наши планы оказались нарушены. Пациентка самостоятельно продолжила прием ривароксабана 20 мг в сутки до 15 недели беременности. После 15 недели беременности по рекомендациям своего наблюдающего местного акушера-гинеколога пациентка перешла на комбинацию из дезагрегантов, которая составляла аспирин и диперидамол. И эту комбинацию пациентка продолжала принимать до 30 недели беременности. С 30 недели по роду разрешения пациентка не получала никакого антитромботического антикоагулянтного агента. Беременность при этом доношена без осложнений, роды также произошли в срок. В послеродовом периоде пациентка получала минимальные профилактические дозы иноксапарина в течение 3 дней, по сути, тот период, когда она находилась в стационаре, в акушерском стационаре. После выписки из роддома антикоагулянты, антиагреганты пациентка не получала. В настоящее время после родов 5 месяцев прошло. Несмотря на все наши опасения, стент проходим, рецидива венозного тромбоза у пациентки нет, но этот пример хочется привести как благоприятный исход, не благодаря, а, наверное, вопреки всем нашим предположениям. Ну и еще две пациентки забеременели уже через 2 года после стентирования. В настоящее время эти пациентки, они только находятся в наблюдении в своем беременном статусе. У них предполагается использование стандартных промежуточных доз низкомолекулярных гепаринов, это 50% от лечебной дозы на протяжении всей беременности без добавления антиагрегантов. Ну и продолжение низкомолекулярных гепаринов как минимум 6-8 недель после родового периода. Вот первая пациентка, у которой имеется также однократный эпизод венозного тромбоза в анамнезе, она у нас начинает вести свой протокол беременности именно по этой схеме. В настоящее время беременность 15-16 недель. Данных за рецидив тромбоза и отдельно тромбоз стента у нас не выявлено. А вот пациентка, скажем так, пятый случай, также получает промежуточные дозы иноксапарина, подобранные по массе тела. В настоящее время у нее беременность 8-9 недель, также полет идет нормально, данных за рецидив тромбоза нет, данных за тромбоз стента нет, однако у этой пациентки будет впоследствии немножечко изменен регламент после родоуведения. Эта пациентка как раз-таки с рецидивирующим, да, не спровоцированным венозным тромбозом в анамнезе, поэтому через 6-8 недель плановой послеродовой антикоагуляции низкомолекулярными гепаринами мы в плановом порядке будем переводить эту пациентку на дальнейший прием уже пероральных антикоагулянтов. Конкретный выбор будет зависеть от того, будет не будет проводиться в этот момент грудное вскармливание. Ну и в качестве заключения или выводов я хочу сказать, что на самом деле выводов у нас пока нет. У нас очень малое количество наблюдений, не только в нашей серии случаев, но и в целом в мировой практике. Потому что, несмотря на большое количество проведенных стентирований, все описания беременности после установки стентов, они ограничиваются сериями от 5-6 максимум до там, 17-18 женщин, там, 17-18 беременности. Поэтому наша задача, это, конечно, сейчас тщательно фиксация, анализация, анализ каждого случая беременности и вариантов проведения антитромботической терапии, созданием, конечно, уже в дальнейшем готового алгоритма и консенсуса, на который можно будет опираться в своей рутинной практике. Спасибо за внимание. Спасибо, Ольга Вадимовна. Коллеги, в связи с тем, что мы выбиваемся из регламента, я думаю, в конце заседания мы тогда обсудим актуальные вопросы. Сейчас я прошу подняться к трибуне Галину Витальевну Реву, которая представляет Дальневосточный федеральный университет, с коллективом авторов, с сообщением «Васкулогенез и инволюция сосудов в структурах развивающегося глаза человека». Пожалуйста, Галина Витальевна, просьба ко всем докладчикам придерживаться регламента. Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые председательствующие. Спасибо за предоставленную возможность выступить на вашей конференции. Тема выбрана не случайно, потому что нас интересует
таргетная консервативная терапия и клеточные мишени, которые участвуют как в ангиогенезе, так и в инволюции сосудов. Что касается органа зрения, то... Не пойму. Покажите, пожалуйста. Которую кнопочку. Вот. По данным Всемирной организации здравоохранения, на современном этапе 1,5 миллиона слепых детей, 45 миллионов человек являются практически слепыми, и взрослых 314 миллионов. Все мы знаем, что кровеносная система органа зрения – это отражение состояния сосудов головного мозга. Поэтому, когда формируются прозрачные среды глаза, они проходят этап васкуляризации, а затем инволюции сосудов. Поэтому мы главное наше внимание и уделили межклеточным взаимодействиям во время развития васкулогенеза и инволюции кровеносных сосудов. На современном этапе известно, что часть генов отвечает за васкуляризацию, и более того, если эти гены выключаются, не работают, тогда не происходит инволюция кровеносных сосудов в прозрачных средах глаза. Для решения поставленных задач мы изучили материал 171 эмбриона методами иммунной гистохимии, которая была выполнена на базе университета Ниигата, Япония, и Международного научно-образовательного центра Япония. Методы выявления кластеров дифференцировки и изучены стекловидное тело, хрусталик, роговица и сетчатка, так как оказалось, что в их развитии есть очень много одинаковых межклеточных взаимодействий. Ну вот так выглядит материал человека на самых ранних этапах. И сразу хочу успокоить аудиторию, до 9 недель этот материал не является предметом юридических разбирательств, то есть его изучать можно. Материал был распределен по разным срокам развития. И было установлено, что кровеносные сосуды в тканях нейрального происхождения появляются гораздо позже, чем во всех остальных. И было установлено, что в развитии стекловидного тела сначала развивается клеточный план строения, структура клеточная, из мезенхимы, но мезенхима непростая, это эктомезенхима, и в основном это мигранты из нервного гребня, и они также участвуют и в развитии сетчатки. Поэтому в постнатальном развитии, функционировании задействованы клетки, которые вырабатывают кристаллины как в роговице, в хрусталике, в стекловидном теле и сетчатке. Но это клетки непростые, они обладают антиангиогенным действием. Поэтому и соответствующим образом подвергаются маркировке и являются позитивными на выявление определенных рецепторов, ну, например, антиангиогенных. После того, как мезенхимное стекловидное тело дает сосудистое, на основе этих мезенхимных клеток образуется гиалоидный сосудистый бассейн, затем он подвергается инволюции. И в это время нами установлено, что между собой взаимодействуют клетки CD68, CD163, CD34, факторы роста эндотелия, как первого типа, так и второго, которые являются ингибиторами. И более того, если выключить ингибиторы второго типа, сосуды остаются. Поэтому можно сделать предположение, что в постнатальном онтогенезе, когда развивается диабетическая ретинопатия, эти клетки играют важную роль.
Но поскольку я тоже выхожу из регламента, я доклад репетировала, и я знаю, что он больше 10 минут, я его сокращу очень значительно. Потому что самые главные выводы из всего этого, то, что мы нашли клетки в стекловидном теле, и мы их еще и профенотипировали, и доказали, что стекловидное тело – это не иммунопривилегированная ткань, а содержит резидуальные иммуноциты макрофаги. Ну вот здесь как раз были представлены клетки с этой маркировкой. Самое главное, что причины не прорастания сетчатки в эмбриогенезе – это то, что внутренние слои на ранних этапах контактируют со стекловидным телом и, естественно, получая все вещества из стекловидного тела, она обладает в это время антиангиогенным эффектом. А наружные ее слои, там, где фоторецепторный слой, остаются на всем протяжении онтогенеза и пре, и постнатально ликворозависимыми. И даже после того, как происходит полное соединение стенок глазного бокала, сетчатка в своих наружных слоях получает ликварное обеспечение. Ну, это доказывается ее отслойкой и появлением жидкости в этом пространстве. Что касается хрусталика, мы в нем выявили клетки, которые также обладают нейроглиальной природой, доказали, что существует в хрусталике второй тип, кроме тех клеток, которые принято считать производными эктодермальной плакоды. И самое главное, что эти клетки сохраняются даже при терминальной катаракте. Удаленную катаракту мы изучили, профенотипировали, и это клетки совершенно другого дифферона, именно нейроглиального. Вот так выглядят эти клетки в хрусталике волокнистые. Похожи на фибробласты, но это не те фибробласты, которые продуцируют обычную соединительную ткань. Их природа другая, и продуцируют они кристаллины. Ну, у нас, конечно, обилие морфологического материала. Я думаю, что аудитории это, конечно, интересно, но многое непонятно. Вот здесь мы выявляли кровеносные сосуды, и видно на слайде слева, что располагаются клетки с антиангиогенными факторами, поэтому со стороны сосудистой оболочки в сетчатку ничего не может прорасти, никакие сосуды. И наоборот, наружные слои после инволюции стекловидного тела сосудистого и формирования фиброзно-волокнистого, в наружных слоях, справа слайд, появляются кровеносные сосуды с иммуногистохимической маркировкой. В самой сетчатке, в средних и внутренних слоях появляются сосуды, но это уже вторая половина беременности. До этого их нет. Поэтому перспективы использования вот этих данных, они заключаются в том, что мы должны учитывать не только фазы васкулогенеза и инволюции сосудов, но мы должны делать выводы о клетках-мишенях, на которые мы должны влиять, и не только при ретинопатиях недоношенных и у пациентов с сахарным диабетом, но и при другой патологии. Это имеет отношение не только к органу зрения. Это может явиться фундаментальной платформой для разработки консервативной терапии, препаратов и применения в флебологии. Ну, ретинопатия – это, конечно, следствие многочисленных нарушений в межклеточных взаимодействиях. И участвует в васкулогенезе и в нарушениях как нейроглия, так и макрофаги. И не только те, которые фагоциты, но и антиген-презентирующие клетки. Поэтому данные по развитию
и инволюции сосудов, они могут касаться не только офтальмологов, но и специалистов других профилей. Спасибо за внимание. Спасибо огромное, Галина Витальевна. Вопросы, коллеги? Спасибо. Александра Вадимовна, пожалуйста, ровная лимфедема, липедема, ожирение в клинической практике, отличие взаимосвязи алгоритма лечения. Александра Вадимовна, призываю вас к соблюдению регламента. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Рада вас сегодня видеть. Ладно, пока я словами. Дело в том, что такая объемная тема, как диф-диагностика между липедемой, лимфедемой и ожирением, на самом деле это лекция на час. Поэтому я попробую основные моменты сегодня осветить вот за 10 минут, а все остальное уже скажу, где смотреть более подробно. Мы вообще сегодня посвятим эти 10 минут разбору именно, что такое липедема, потому что такое ожирение и лимфедема, наверное, какое-то представление у нас, несмотря на то, что мы все не профильные специалисты по ожирению, наверное, есть. Липедема. Проблема начинается с самого термина, потому что получается, что, исходя из термина, это отек жировой клетчатки. И вот здесь уже начинаются сложности, потому что на самом деле при липедеме отека нету. И сейчас все мировое сообщество и сосудистых хирургов, и лимфологов, и специалистов по липедеме занимается тем, что официально переименовывает заболевание. Сейчас оно будет называться синдром липалгии, то есть не жир, который отекает, а жир, который болит. Или там будет называться липогипертрофия долороса, то есть смысл будет в том, чтобы показать сущность заболевания. То есть это, если говорить простыми словами, что такое липедема, это когда у нас избыток жировой клетчатки в конечностях, при этом не затронута талия и корпус, и это не просто избыток жировой клетчатки, а еще и сопровождающийся существенными жалобами в виде болевого синдрома. Что это за боль, чуть попозже тоже расскажу. То есть, когда вот у нас два пациента сейчас, да, на картинке, они вроде похожи, но у одной женщины, при том, что у нее есть еще легкий избыток веса, у нее эта избыточная ткань на конечностях не имеет никаких проявлений, просто перераспределение жира именно на ногах, он не болит. Это просто гипертрофия жировой клетчатки и больше ничего. Это чисто косметическая проблема, особенность строения тела. А вот у другой пациентки этот избыток жира, он еще и болезненный. И это ей мешает жить. То есть мы же всегда отходим от жалоб пациента. Одно дело, когда мне не нравится, как я себя выгляжу, и совсем другое, когда теряется качество жизни, потому что человека беспокоят конкретные жалобы. Вот когда это, условно, проще говоря, жир, который болит, вот тогда мы говорим про липедему. При этом ни там у нас нету отеков, что очень важно. Отеки присоединяются только тогда, когда человек уходит в морбидное ожирение. Потому что мы знаем, только пересекает человек индекс массы тела 30, у него уже начинает совсем по-другому работать сосудистая лимфатическая система и начинаются проблемы с отеками. При индексе массы тела выше 40 отеки будут практически у 100% пациентов. Напомню, что такое липедема. Это хроническое заболевание, преимущественно возникающее у женщин, то есть это связанное с X-хромосомой заболевание. У мужчин липедемы не бывает, только если у них по хромосомам вдруг лишнее X появляется. Появляется это заболевание в период полового созревания или в период гормональных изменений. Характеризуется избыточным жиром в области конечностей, чаще ноги, реже руки, и никогда не затрагивает дистальные части, то есть стопы и кисть, и сопровождается болевым синдромом по типу аллодинии, то есть болезненность при касании. Так могут выглядеть варианты липедемы по распределению жировой клетчатки. Это могут быть только дистальные отделы, только проксимальные отделы конечности или конечность вся целиком. Этиология неизвестна, большая роль принадлежит генетике. Семейный анамнез достаточно серьезно выражен. За счет чего у нас происходит вот та самая боль? Дело в том, что это не какой-то жир, который похож на жир при ожирении. Это жировая клетчатка, которая не только увеличивается в размерах,
за счет каждого адипоцита, да, когда он набирает в себя триглицериды, жировую каплю, здесь запускаются процессы гиперпластические. Жировые клетки вдруг начинаются делиться и увеличиваются в количестве. А количество кровоснабжающих их сосудов не увеличивается, и получается процесс хронической ишемии. В результате этого у нас повышается уровень адипокинов, то есть провоспалительных молекул, снижается уровень адипонектина в этой патологической клетчатке, то есть она не функционирует как нормальная жировая ткань. В итоге этого всего у нас происходит гипоксия, ишемия тканей, иногда даже некроз адипоцитов, что сопровождается повышенной чувствительностью вплоть до болевой, и иногда микроангиопатии, то есть очень легкой склонностью к синякам, если говорить обывательским словом. Второй важный момент. Во многом эта боль связана с психологией. Причем выраженность боли, она достаточно большая. Если спрашивать пациентов, более 70 ответят, что это выраженность по шкале до 10, 6 и более. Это боль по типу центральной сенситизации. У нас есть, мы знаем, ноцептивный вид боли, нейропатический, а есть вот эта вот центральная сенситизация. То есть, когда у нас нету конкретного, понятного соматического субстрата боли. Жалобы, которые предъявляет человек с вот этой вот центральной сенситизацией, обычно это ненормальный характер боли, то есть болит все. Аллодиния, боль при касании, гиперэстезия, может сопровождаться проблемами со сном, мышечной слабостью, усталостью, ощущением отека и распиранием при отсутствии отека реального. И сложность с локализацией боли. Есть даже специальный опросник, вот CSI, который помогает установить, что мы имеем дело именно с этим видом боли. Какие еще примеры вот боли по этому типу? Это как раз синдром раздраженного кишечника, фибромиалгия, синдром хронической усталости. Это как раз вот все из той серии. Когда разбирались неврологи, психологи с этим видом боли, оказалось, что там огромная роль принадлежит стрессу хроническому и как в прошлом, так и в настоящем. И когда стали проводить исследования пациентов с липидемой, оказалось, 80% высказывают те или иные признаки стресса сейчас или перенесенного в прошлом. 52% пациенток рассказали о том, что у них были в прошлом элементы сексуального или физического насилия. И если провести качественную, хорошую консультацию, объясняя пациенту причину и всю патофизиологию его заболевания, только после самой консультации у большинства пациентов болевое ощущение снижается на 1-2 пункта по той самой шкале до 10. То есть у нас в механизме формирования боли у пациента играют два фактора. Те самые патофизиологические, связанные с адипонектином и адипокинами, и психологически. Соответственно, когда мы хотим лечить этих пациентов, мы должны на оба этих компонента оказывать влияние. Это просто показать как раз гистологически, что ткани при липидемии имеют другое строение, чем при обычном ожирении. Не только размеры адипоцитов увеличиваются, а их количество. А уровень адипонектина падает. Как поставить диагноз липидемы? Это женский пол, это всегда симметричное двустороннее увеличение конечности, в отличие от лимфедемы, когда у нас всегда одна ножка, если обе отекают, будет больше, чем другая. Отсутствие симптома стеммера, отсутствие ямки при пальпации, да, это отсутствие отеков. Болевой синдром и повышенная чувствительность – обязательные критерии липидемы. Нет вовлечения стопы кистей и резкий переход к этим дистальным отделам. Начало в пубертате или в период гормональных изменений. Беременность – очень редко климакс. Нет реакции на диеты и спорт, если индекс массы тела нормальный. Про это я чуть позже скажу. То есть, как только мы уменьшили размер каждого адипоцита до минимального за счет того, что человек там нормализовал питание и спорт, он уже дальше повлиять на количество адипоцитов не может. Поэтому вот эта форма, она так или иначе большой останется. Склонность к проявлению кровоизлияний. При прогрессировании может меняться строение ткани. И если будет присоединяться ожирение, тогда у нас уже могут появляться отеки и так называемая апельсиновая корка. Гипермобильность сустава тоже может иметь место быть. И вот такие нависающие подушки в области коленных суставов.
Липидема и ожирение, как они соотносятся? Это разные отдельные диагнозы, но они могут встречаться в одной и той же девушке. Увеличение массы тела у пациентки с липидемой будет ухудшать течение заболевания и наоборот. То есть здесь тоже показать, что такое ожирение классическое, как заболевание эндокринное. Это абдоминальное ожирение по типу вот, мужчина и женщина. Именно оно приводит к риску онкологических заболеваний, сахарного диабета и прочее, то есть метаболическое ожирение. А гипертрофия клеток жировых именно в нижних конечностях без вовлечения тела, оно не сопровождается метаболическими рисками и является вот такой вот особенностью. Если оно начинает сопровождаться болью, мы будем уже говорить о липидемии. Но индекс массы тела для осмотра этих пациентов недостаточен, потому что индекс массы тела 120 кг могут выглядеть по-разному. И это не говорит о том, что тут кто-то, оба человека с ожирением. Поэтому для пациентов с липидемой мы обязательно высчитываем waist to hip ratio, соотношение между окружностью талии и окружностью таза. А иногда все три диагноза могут сочетаться в пациенте. И ожирение, и липидема, и лимфедема. И каждое нужно будет лечить по-своему. Липидема и лимфедема, как они соотносятся? Лимфедема не приводит к развитию липидемы, но мы знаем, что с развитием, прогрессированием у нас будет увеличиваться количество жировой клетчатки, происходить процессы заместительные на усиление фиброза и как раз гиперплазию жировой клетчатки. Липидема только при присоединении ожирения может осложниться вторичной лимфедемой. То есть лимфедема саму липидему не осложняет, она осложняет только присоединившееся ожирение. Ну и в случае выраженных изменений форм ног происходит снижение подвижности, и поэтому отеки могут появляться у людей с липидемой, если они двигаться перестанут. Еще раз показать, что на УЗИ у нас что при гипертрофии жировой клетчатки, что при липидеме, никак не меняется картинка, то есть там нет признаков отека. А вот если там третья пациентка, у нее внизу, в нижней части уже на фоне ожирения присоединилась лимфедема, там уже УЗИ-картинка соответствует отеку. А вверху на бедрах, там только гиперплазия жировой клетчатки болезненная, там нету признаков отека. Это показать, что при липидеме у нас не нарушается структура лимфатического русла. То есть при липидемии в контрольной группе сосуды выглядят абсолютно здоровыми, в отличие от лимфедемы, где они эктазированы. Я не буду здесь становиться подробно, вы можете сфотографировать это таблички для диагностики всех трех заболеваний. Я немножко дам времени, чтобы все успели сфотографировать. Слайд номер раз, слайд номер два, три и по лечению четыре. И кратенько остановиться, как мы лечим липидему. Да, мы должны воздействовать и на боль, и на психологию. Поэтому обязательно психотерапия, обязательно физическая нагрузка. Она и количество эндорфинов увеличивает, и снижает воспалительные процессы в тканях, и контролирует вес. Вообще три в одном. Обязательно компрессионная терапия. Преимущественно рекомендуется РАЛ-стандарт, плоская вязка, индивидуальный пошив маленьких классов компрессии. Облегчает симптоматику боли, улучшает подвижность, увеличивает эстетику. Большое количество работ показало, что снижается воспаление на фоне компрессионной терапии. Не только для пациентов с липидемой и с хроническим заболеванием вены при лимфедеме. Липосакция. Липосакция может быть показана пациентам с липидемой только если жалобы более 12 месяцев на фоне эффективной, корректной, консервативной терапии продолжают присутствовать, если есть функциональная несостоятельность. Поддержание стабильного веса обязательно хотя бы год до операции, то есть чтобы мы лечили не ожирение, а именно липидему. Обязательно консультация с психотерапевтом и индекс массы тела менее 35. Если он выше, то рассматривается сначала бариатрическая хирургия, потому что 85% пациентов с липидемой имеют проблемы с ожирением, и тогда мы сначала лечим ожирение при помощи бариатрической хирургии. Если вы захотите знать больше, есть Всемирная ассоциация липидемии, которую я представляю в России, у них есть, уже на русском языке я переводила, да, брошюру для пациентов с липидемой, и на все материалы, включая международный консенсус по липидемии, где очень все подробно расписано, расположено на вот этом вот сайте. Он скоро будет нами переведен на русский язык, пока доступен на английском. Большое спасибо за внимание.
Спасибо, Александра Вадимовна. Вот в кулуарах тогда, я думаю, все с удовольствием обсудят насущные проблемы. И следующий доклад у нас должен быть представлен Евгением Николаевичем Николаевым из Сургута. Сроки развития обратного тока крови в притоках бассейна фистульной вены у пациентов на гемодиализе. Пожалуйста, Евгений Николаевич, 10 минут у вас. Уважаемый президиум, коллеги, представляю вашему вниманию доклад «Сроки развития обратного тока крови в притоках бассейна фистульных вен у пациентов на гемодиализе». Актуальность понятна. Недавно население планеты достигло 8 миллиардов человек, и 0,1% есть терминальная стадия хронической заболевания почек. Темпы прироста большие, около 12%, и постоянно возрастают. Эпидемия ковида увеличила процент на 2 года на 14%. В год. В России заместительную почечную терапию гемодиализом получают 45 тысяч больных с терминальной стадией хронической болезни почек. Цель исследования – это, конечно, помощь людям. Мы поставили перед собой выявить сроки изменения направления тока крови в притоках фистульных вен после оперативного формирования артеровенозного анастомоза и определить зависимость сроков обратного тока крови в притоках фистульной вены в зависимости от объемной скорости кровотока в ней. В исследуемой группе было представлено 46 мужчин, 28 женщин. Средний возраст составил 53 года, плюс-минус 24, то есть от 30 до 81 года. В группе было 34 пациента без притоков, они были интраоперационно перевязаны все. У 27 пациентов один приток по ультразвуковому геосканированию, у 12 два притока и один пациент с тремя притоками фистульной вены. Нами проводились измерения объемной скорости кровотока в точке А на 2 см дистальнее артеровенозного анастомоза, в точке Б на 2 см проксимальная конфлюенция с глубокими венами и в точках С1, 2, 3, в зависимости от количества притоков, на 2 см проксимальнее, 2 см дистальнее устья притока фистульной вены. И сумма объемной скорости кровотока у анастомоза фистульной вены в точке А до впадения в систему вен в локтевой ямке была равна объемной скорости кровотока в точке Б. Кровь из фистульной вены в притоке не поступала, и кровоток по ним не регистрировался ни маятникообразно, ни магистрально. В среднем на 7-е, с 3-х по 30-е сутки это равенство нарушалось, и при анализе не было выявлено статистически значимой зависимости наступления реверса кровотока в притоках от средней объемной скорости в предшествующие сутки, к тому, на какие сутки наступал реверс кровотока. Здесь представлены реверс кровотока в притоках фистульной вены. Обратный кровоток регистрировался у всех оставленных пациентов. Сумма объемной скорости кровотока в точке Б после обнаружения реверса в месте впадения в систему локтевой ямы и точках С у конфлюенса была равна объемной скорости кровоточки в точке А. То есть объем... Весь объем распределялся равномерно по притокам и основному фистульному стволу. Происходила потеря объема крови. Ну и кроме того, на ультразвуковом геосканировании визуализировались новые притоки. Кровь из фистульной вены оттекала и по ним. Исследование на 6-й месяц от операции выявило, что у 3 пациентов тромбировался единственный приток фистульной вены, и они перешли в группу без притоков. Итого у пациентов без притоков фистульной вены у нас осталось 24 под наблюдением, с одним притоком 29, у двоих было по 2 притока было у 17 пациентов, по 3 притока у 3 пациентов, и единственный пациент с нетромбированной рабочей фистулой имел 4 притока фистульной вены. Нами сделаны выводы, что обратный ток крови в притоках фистульной вены регистрировался в среднем на 7-е сутки после формирования артериовенозного анастомоза. В среднем это происходило вне зависимости от объемной скорости кровотока, как в артериях на плече, венах на плече, так и в предплечье в дистальной форме, как и при 50 сантиметрах в секунду, так и при 5. И второе, наша гипотеза о влиянии объемной скорости кровотока на сроки развития рефлюкса была опровергнута. Мы не смогли этого доказать, но надеемся, что большая выборка поможет в этом. Благодарю.
Спасибо, Евгений Николаевич. Я думаю, что если возникнут вопросы, хотя было все четко и прекрасно показано, то можно будет их кулуарно обсудить. И следующий доклад у нас из научного центра гематологии. Представляет его Даниил Георгиевич Гительзон. Венозная агрегация тромбоцитов. В чем отличие от артериальной? Пожалуйста, Даниил Георгиевич, у вас 10 минут. Уважаемый президиум, коллеги, тема моего доклада – венозная агрегация тромбоцитов, в чем отличие от артериальной. Работа выполнена в стенах МИС гематологии в Москве. Тромбоциты играют ключевую роль в образовании тромбов среди всех клеточных элементов крови. Способность тромбоцитов к агрегации определяет вероятность образования тромбоза. Мы сравнили агрегацию тромбоцитов с аденозин-дифосфатом и арахидоновой кислотой в венозном и артериальном русле у пациентов при эндоваскулярных вмешательствах. Давайте познакомимся с тромбоцитами поближе. На слайде представлен снимок, сделанный на электронном микроскопе. Таким образом мы можем наблюдать настоящие тромбоциты. Тромбоциты представляют собой безъядерные клетки размером от 2 до 5 микрометров. И обратите внимание, какие разные формы могут иметь тромбоциты. Вот здесь тоже тромбоцит. Целью работы стало определение корреляции между агрегацией тромбоцитов в венах и в артериях. В исследовании приняло участие 26 пациентов, из них 58 мужчин, 58% мужчин и 42% женщин с различными основными заболеваниями, такими как атеросклероз, тромбоз, варикоз, аневризмы и мальформации. У всех пациентов одномоментно брали образцы венозной и артериальной крови. После этого образцы исследовали методом световой агрегометрии по Борну. Сначала измеряли исходное светопропускание, которое представлено слева на снимке. Затем добавляли индуктор агрегации, аденозин-дифосфат, либо арахидоновую кислоту. Происходила агрегация тромбоцитов, что приводило к увеличению светопропускания. На слайде представлены этапы агрегации тромбоцитов и кривая агрегации в зависимости от времени. Вначале происходит небольшая первичная агрегация тромбоцитов, а после секреции гранул выраженная вторичная агрегация. Здесь представлены результаты исследования агрегации тромбоцитов с аденозин-дифосфатом. Синий цвет – это агрегация в вене, красный цвет – агрегация в артерии. Пи, равное 0,2, была обусловлена небольшой выборкой пациентов. В среднем агрегация тромбоцитов с аденозин-дифосфатом в венозной крови была на 5% больше, чем в артериальной. На этом слайде представлены результаты исследования агрегации тромбоцитов с арахидоновой кислотой. Агрегация тромбоцитов с арахидоновой кислотой в венозной крови была на 3% больше, чем в артериальной. Таким образом, корреляция агрегации тромбоцитов в венозной и артериальной крови составляет плюс 5% для аденозин-дифосфата и плюс 3% для арахидоновой кислоты. Большая агрегация тромбоцитов в венозной крови объясняется более низким pH крови 7,26-7,36 по сравнению с артериальным pH 7,36-7,42 и небольшой скоростью кровотока. Результаты исследования позволяют вычислять реальную агрегацию тромбоцитов в артериальной крови по образцу венозной крови, что важно при выполнении эндоваскулярных вмешательств. Благодарю за внимание. Спасибо за сообщение.
У меня один вопрос. А вот вы предлагаете использовать такое знание о разнице агрегации для, в качестве диагностической методики, потом для определения тактики антиагрегантной терапии, для выбора дозы. Да, какой практический будет? Абсолютно верно, да. Дело в том, что при большинстве эндоваскулярных вмешательств, при артериальных вмешательствах, при всех, требуется назначение антитромботической терапии. И поскольку образцы крови берутся обычно из венозного периферического катетера, нам необходимо знать, какая реальная агрегация в артериях, на которых мы оперируем. Поэтому благодаря вот результатам нашего исследования мы можем, зная агрегацию венозной крови из периферического катетера, определять агрегацию в артериальной и таким образом уже корректировать терапию. Но смотрите, все-таки у вас наиболее выраженная разница в венозной и артериальной агрегации – это исключительно первичный ответ на сам индуктор. А в дальнейшем уже вторичная агрегация, она практически не имеет явной разницы. И не будет ли у нас такой системной ошибки в виде не истинного ответа агрегационной способности крови, а просто нюансы вот самих индукторов, к тому же вопрос концентрации, которую вы использовали, вопрос смены индуктора. То есть это скорее, наверное, первый этап какой-то диагностической работы. Дело в том, что второй этап, он очень сильно связан с первым этапом. Чем больше будет реакция на индуктор при первом этапе агрегации, тем сильнее пройдет и вторая. То есть активированные тромбоциты, которые уже пошли в первый этап агрегации, они будут выбрасывать больше гранул, и вторичная агрегация будет гораздо сильнее. Поэтому пока это важно. Тем графикам, которые вы предоставили, все-таки такого сохранения в разнице ответа на уровне вторичной агрегации все-таки не показано. Эффект интересный. Вернусь, одну секунду. Можно вернуть презентацию? Я думаю, мы с вами тогда можем отдельно. Да, просто это графики результатов, они были по пациентам. Одна точка – это один пациент. То есть вот последние два графика – это у одного и того же пациента. Тогда мы переходим к вопросу о том, что 26 пациентов – это только пилот, на котором можно строить дальнейшие исследования. Сама идея интересна, вопрос индивидуализации терапии, но все-таки пока такие глобальные выводы делать, на мой взгляд, хочу рано. Хочу обратить внимание, это не кривая агрегация, вот здесь представлена, это агрегация как у одного и того же пациента, вот можно взять любого пациента, и показатели в артерии и в вене. Это не кривая агрегация, которая была представлена. Я понимаю, но все-таки разница в последующем, она не настолько выражена, как первичный ответ на индуктор. Конечно. Но сама идея очень интересна. Это небольшое отличие. И это тоже значительно важные данные, которых мы можем ориентироваться по венозной агрегации. Это скорее как раз вариант для персонификации терапии у тех пациентов, которые дают нестандартный ответ на классическую терапию. Я бы сказал, что мы можем таким образом использовать безошибочно образцы крови из венозного катетера для ориентирования дальнейшее лечение антитромботической терапии у пациентов при эндоваскулярных вмешательствах на артериях. Потому что данные сопоставимы. То есть идет корреляция прямо. Зная агрегацию в вене, мы знаем агрегацию в артерии. Спасибо. Продолжайте работу. Очень интересно, перспективно. Так, а для следующего сообщения мы приглашаем Жукова Олега Борисовича для доклада рентгенно-васкулярные методы лечения венооклюзивной эректильной дисфункции. Так, добрый день, уважаемые коллеги. Сейчас я посмотрю. Я много лет занимаюсь диагностикой лечения эректильной дисфункции, член профильной комиссии Минздрава. Хочу сказать, что сегодня именно венооклюзивная эректильная дисфункция свидетельствует о том, что открытые методы лечения, к сожалению, неэффективны. И по сегодняшнему метаанализу рецидив открытой хирургии достигает практически 62-74% у пациентов, перенесших оперативное лечение. И какой же вариант лечения у этой категории пациентов? Это молодые люди среднего возраста моих оперированных пациентов 29 лет. Так вот, по рекомендациям, собственно, Европейской ассоциации урологов, членом которой я состою, это фалопротезирование. Поэтому и происходит поиск
малоинвазивных и эффективных методов лечения эректильной дисфункции, авторами-разработчиками которых мы являемся. Открытая хирургия здесь представлена на верхнем актисе. Где лазер? Вот это, да? Ага, прекрасно. Вот на верхнем левом снимке, да, это как бы веноокклюзивная эректильная дисфункция. Мы видим здесь дорзальную вену, которая перевязана в процессе операции. Если говорить о редукции венозного оттока, то перевязываются еще ножки полового члена, тем самым замыкается вопрос полной редукции венозного оттока. Диагностика, конечно, достаточно сложная, но хочу сказать, что здесь необходимы и клинические, и лабораторные тесты, тестостерон, глюкоза, фармакодоплерография. И больным, которым мы планируем оперативное лечение, фармакокавернозография. Хочу сказать, что вот даже при внешнем осмотре зачастую видно, как манифестирует варикозная болезнь вентаза и ее проявление в виде веноокклюзивной эректильной дисфункции. И следующим этапом проводится фармакодоплерография, имеющая свои гемодинамические показатели. Мы используем в своей работе классификацию Георгия Сергеевича Кротовского, где проксимальный венозный дренаж – это дренаж, патологический венозный дренаж по пенильным венам, по глубоким пенильным венам, дистальный по глубокой дорзальной вене и смешанный по теми другими, рассыпной в случае, если это эмиссарный циркулярный вена полового члена. Ну, вот здесь, собственно, представлено это как бы смешанный тип. Мы видим глубокие пенильные вены и глубокую дорзальную вену. Здесь на схеме это тоже показано. Хочу сказать, что на сегодня идет рост больных с веноокклюзивной эректильной дисфункцией. Причины не очень понятны. Если в 2008 году я оперировал 28 больных, что составило 11% от обращившихся пациентов с веноокклюзивными нарушениями эрекции, то в 2020 году всего уже 65% пациентов. С нашей точки зрения, это, конечно, пролонгированный половой акт, который явились в том числе причиной роста этого заболевания, манифестирование варикозной болезни вентаза при вынужденной ситуационно-зависимой гиподинамии, это ежедневная заместительная мастурбация как вынужденная альтернатива полового акта и выявление большого количества генетически детерминированных больных, как и, собственно, большого количества вспомогательных репродуктивных технологий, которые зачастую как бы приводят к росту генетически детерминированных пациентов. 71 пациент нами оперирован. Как видите, здесь 29,3 года средний возраст, достаточно молодой контингент. Мы оперируем всеми способами, и на сегодня эффективный способ – это как бы доступ. Эффективность по операции около 77% по данным контрольного обследования международной эректильной функции. Ну, здесь представлено несколько клинических примеров. Мультиспиральная компьютерная томография у пациента с патологическим венозным дренажом кавернозного тела полового члена проксимального направления. Используя кубитальный доступ, мы как бы коаксиальными способами доходим до глубоких пенильных вен и устанавливаем окклюдеры, внутрисосудистые спирали, чаще всего отделяемые, используем там Boston Scientific в том числе, микрокатетер, там маэстро, достаточно такая претензионная техника, позволяющая нам, в принципе, на сегодня даже до глубокой дорзальной вены доходить без особенных затруднений. Ну, здесь как бы варианты симультанной операции выполнены по поводу сочетанного, достаточно часто встречающегося варикоцеля этой категории пациентов. И установка, вот мы видим здесь, это интероперационный фрагмент, патологический венозный дренаж, собственно, кавернозных тел полового члена. И установка туда внутрисосудистых окклюдеров, один из которых правый пучок, левый, и в дорзальную вену установлен. Такие же пациенты вот сегодня оперированы, ну не сегодня, как бы ранее оперированы пациенты, вот 11 МИФ, это средняя степень эректильной функции, 39 лет парню. Тоже установка двух сторон сосудистых спиралей. Здесь вот видно, собственно говоря, и глубокую дорзальную вену. То есть мы как бы все дренажи закрываем. Мировой опыт говорит о том, что мы не только работаем, и в Германии большие делают только гистокрилом подобные операции. И господин Рибоната из Италии
достаточно часто работает с эндоваскулярными спиралями и Ральфный Эрвик в Австрии. Ну и в связи с таким накоплением позитивного материала мы считаем целесообразным пересмотр европейских и российских клинических рекомендаций с нецелесообразностью именно открытой венозной хирургии из-за низкой их эффективности в сторону приоритетного использования на первом этапе малоинвазивного рентгенхирургического лечения у этой молодой категории пациентов. Написаны статьи, книги, международные конгрессы андрологов в 2020 году, Европейский конгресс андрологов 2021 год, Международная академия урологии в Лиссабоне, Европейское общество радиологов в 2022 году, ну, ваш конгресс флебологов. И сегодня рентгеновоскулярные методы оперативного лечения – это новая национальная гендерная стратегия, такая же, как вот эта вот матрешка и балет, и картина Репина. Спасибо за внимание. Спасибо, Олег Борисович. Вопросов, я так понимаю, нет. И тогда следующий доклад о моделировании ВЛК с излучением 1,55 и 1,94 микрометра на плазме крови. Докладывает Владимир Павлович Минаев с коллективом авторов профессор Богачев, Капелес, Минаев и Юсупов. Пожалуйста. Так, добрый день, уважаемые коллеги. В настоящее время хорошие результаты лечения варикозных расширенных вен методом ВЛК достигаются при использовании лазерного излучения с различными длинами волн. Поскольку мнения о выборе оптимальной длины волны обычно основаны на клинических исследованиях, они имеют значительную долю субъективности. В связи с этим остаются актуальным исследования, направленные на обоснование выбора оптимальных длин волн излучения, способов и режимов проведения лечения. Настоящий доклад является продолжением работы, которая была представлена год назад на этом форуме. При моделировании ВЛК мы использовали плазму крови, потому что плазма крови прозрачна и содержит коагулирующиеся белки. Это позволяет использовать для регистрации оптические методы и учитывать при моделировании процессов, происходящих при ВЛК, не только теплоперенос, но и коагуляцию. Важным фактором, определяющим характер воздействия лазерного излучения на биоткани, является толщина слоя, в котором излучение поглощается. Эта толщина определяется коэффициентом эффективного ослабления, которая зависит не только от поглощения, о котором как бы все знают, но также и от рассеяния. Ну, поскольку в воде и плазме крови рассеяние пренебрежимо мало, то в них коэффициент эффективного ослабления равен коэффициенту поглощения. Так. Ай. Вот. Значит, вот здесь вот на... Так, на что тут нажать? А вот. Приведены зависимости коэффициентов поглощения для воды, голубая линия, крови, и эффективный коэффициент поглощения для крови, который учитывает не только поглощение, но и рассеяние. Вот на прошлом заседании, так сказать, говорилось, что вот там коллеги используют для эндовенозной лазерной коагуляции в своей работе излучение с длиной волны от 1,32 микрона до 2 микрон. Обратите внимание, насколько сильно различаются коэффициенты поглощения. И вот здесь вот приведены из прошлогоднего доклада результаты картиночек оптических, которые показывают, на какую глубину проникает излучение с длиной волны 1,55 микрон, это 1 миллиметр, и 1,94, это в 5 раз меньшая длина волны излучения. Схема эксперимента, она практически такая же, как была и в прошлом году, то есть использовали для моделирования прозрачную кювету, в которую через интродюсер вводился световод. Кювета заполнялась плазмой, и, так сказать, для того, чтобы смоделировать ограничения, которые нам дает стенка вены, ставилась прозрачная стеклянная трубка. Регистрация осуществлялась с помощью цифровой камеры. Для воздействия использовалось излучение с длинами волн, как я уже говорил, 1,55 и 1,94.
Экстракция световода осуществлялась механически и использовались два типа световодов, то есть торцевым и с радиальным выводом излучения. Так, ой, где тут? Можно запустить слайд вот этот вот. Значит, здесь вот приведены результаты. Слайд, пожалуйста, щелкните. Это излучение... Ой, извиняюсь, как назад-то двинуться. Извините, назад сбросьте, пожалуйста. Вот. Запустите, пожалуйста. Излучение с длиной 1,55, оно размазывается по плазме, и перенос происходит за счет конвективных процессов. При этом за световодом остается у нас вот суспензия коагулированной плазмы, а вокруг световода в месте вывода излучения формируется такой вот комок коагулята. Обратите внимание, так сказать, перенос происходит асимметрично, в основном вверх. Естественно, нагретая суспензия несет с собой тепло к стенке вены, в данном случае к трубочке. Если запустите второй, пожалуйста, слайд. Если мы используем излучение с длиной 1,94, то у нас за счет того, что в тонком слое поглощается излучение, сразу начинается интенсивный процесс кипения. При этом из-за ограничения стенками трубки в вене, соответственно, стенками вены, у нас пузыри собираются вокруг места вывода излучения, создается такое как бы кольцо, и содержимое, поскольку этих пузырей излучение не поглощает, оно доходит до конца, до стенки вены, до стенки, извините, трубки, в трубке не поглощается, и снаружи образуется вот такой вот коагулят на стенке. После того, как остановилось, мы, так сказать, потрясли, и вот видите, вот этот вот коагулят отвалился. В вене, соответственно, это излучение будет поглощаться водой, которая содержится в стенке вены, и, соответственно, обеспечивает ее тепловое поглощение. Здесь вот то же самое приведено только в виде покадровом. И видно, что вот, так сказать, при 1,94 интенсивное кипение, вот этот вот самый пузыри, так называемый эффект Моисея, когда, помните, перед ним море расступилось, так, и образуется вот такой вот слой. При тех же параметрах на длине волны 1,55 микрон картинка совершенно другая. Значит, для того, чтобы получить такую же картинку на 1,55, как 1,94, пришлось в два раза увеличить мощность излучения. И тогда мы наблюдаем ту же самую картиночку, что вот этот вот пояс пузырей, через которых излучение проходит. Здесь, если в прошлом году мы как бы сказали, что не видим преимущества для радиального вывода по сравнению с торцевым, у нас асимметрично все происходило вверх, вот примерно такая вот картиночка получалась, то здесь мы, так сказать, видим, что, так сказать, эффект Моисея позволяет обеспечить симметричное поглощение, по повреждение стенки вены. Так, следующий, пожалуйста, кадр. При торцевом излучении, при 1,55, опять-таки, видите, вот концентрируется конгломерат коагулята, и, значит, в нем вот происходит нагрев поглощения, раскаляется конец световода. В итоге, значит, у нас появляется горение. В дополнение к пару появляется еще и, значит, продукты горения, в основном СО2. И после выключения излучения вот этот вот пузырь, как видите, за счет конденсации пара в размерах практически не уменьшается. Если мы используем излучение с длиной волны, другой слайд, пожалуйста, 1,94, то здесь интенсивное кипение, за счет которого эффект, который мы в прошлом году представили, эффект самоочищения конца световода, в какой-то момент, значит, здесь что-то появилось, полыхнуло, но тут же, так сказать, это прекратилось. И, как видите, у нас за счет кипения пузыри все создаются, так сказать, из пара. И, значит, после выключения излучения пар конденсируется, и, так сказать, пузыри уменьшаются. Причем, опять-таки, в обоих случаях у нас асимметричность теплопереноса. То есть стенка вены будет повреждаться асимметрично. Так. Так вот, эксперименты показали, что при ВЛК температуроперенос осуществляется за счет конвекции, пузырькового и взрывного кипения, а в случае световода с радиальным выводом излучения за счет прямого воздействия излучения на стенку вены. Момент реализации зависит от толщины слоя, в котором излучение поглощается.
при использовании излучения с длиной волны 1,94 эффективный теплоперенос начинается при меньших, чем при 1,55 микрон уровнях плотности мощности излучения. Реализуемое при 1,94 микрон интенсивное пузырьковое кипение приводит к самоочищению места вывода излучения от сгустка коагулированных частиц плазмы и предотвращает разогрев до температуры карбонизации, вот, так сказать, раскаления и связанных с этим предпосылок нежелательным осложнением, ну, в частности, перфорации вены. И за исключением случая реализации эффекта Моисея при использовании радиального света вывода излучения, теплоперенос происходит асимметрично, вена повреждается в верхней своей части. Ну, вот, спасибо за внимание. Это вот наша команда, которая все это дело проделала. Спасибо. Спасибо. Так, следующий доклад. Применение мультикомпонентных растворов биосинтезированных регуляторных белков в комплексном лечении трофических язв нижних конечностей. Произошла замена докладчика и приглашается Евсюков Алексей Андреевич. Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, уважаемый президиум. Ну, поскольку у нас регламент довольно усеченный, то я попробую быстро доложить. Собственно говоря, идея какая? То, что у нас есть много, на самом деле, инструментов для лечения ран. Не за всеми инструментами мы успеваем следить. И иногда просто обстоятельства диктуют так, что нам нужно пытаться внедрять какие-то новые технологии именно в лечении ран. И, собственно, мы решили с Сергеем Николаевичем начать пробовать это внедрение на каких-то конкретных клинических примерах. И сегодня мы хотим с вами именно этим поделиться. Собственно говоря, небольшая предыстория. Вот на одном пациенте мы проводили, скажем, такую опытную работу. Да? То есть пациент, ему сейчас 60 лет, он живет активной жизнью и работает на стройке. И в возрасте 15 лет у него было ДТП, потом он лежал на скелетном вытяжении, сформировался пролежень, и в области пятки правой сформировался рубец. 4 апреля у него появились типичные жалобы на боль, отечность в области рубца. Он обратился в поликлинику по месту жительства, ему, условно говоря, наложили повязку и сделали ПХО вот этого абсцесса. Да? Причем это было все на пятке. Там большой дефект ткани образовался и сформировался через какое-то время хроническая рана. Эта хроническая рана у него не заживала, то есть с апреля, получается, 2021 года по декабрь. И он обратился сначала, посредством телекоммуникации за помощью и начали его активно лечить, начиная с марта 2022 года. Причем это все основалось тем, что он активно работает, он не хотел брать больничный, не хотел брать отпуск, никакие вакуумные аппараты мы наложить не могли, потому что он занимается стройкой, ему нужно активно перемещаться. И опасность была в чем? За счет большого дефекта ткани мы очень боялись, что инфекция начнет распространяться или станет это остеомиелитом, или она будет распространяться в области ахиллового сухожилия, и это вызовет у нас большие проблемы. Собственно, было решено стимулировать его заживление с помощью как раз биорегуляторных белков, о которых мы сейчас чуть-чуть попозже поговорим. Для удержания вот этих растворов мы использовали паропроницаемое пленочное раневое покрытие. В чем плюс? То есть жидкую фазу оно свободно удерживает в ране, при этом у нас идет испарение, то есть ничего вокруг у нас там не повреждается. И, то есть, факторы в растворе, они активно работают в ране. Плюс мы использовали также повязки с биоцеллюлозой, с содержанием полигексиметилена бигуанида, и также использовали сами растворы полигексиметилена бигуанида тоже в жидкой форме для того, чтобы подавить инфекцию, потому что в ране там присутствовала сильная инфекция. И вот биосинтезированные регуляторные белки, это мы подсмотрели у косметологов, они это активно используют для реабилитации пациентов после лазерных шлифовок и после пластических операций тоже, собственно, это фактор роста фибробластов, это эндотелиальный фактор роста, это фактор роста гепатоцитов и плацентарный фактор роста тоже, и эпидермальный, естественно, фактор роста, и еще инсулиноподобный фактор роста 1. Собственно говоря, вот у нас рана, то есть здесь, конечно, не трехмерное изображение, но
в чем идея? Если пятка имеет обычно форму полусферы, то здесь она была очень плоская. Мы очень близко находились к кости, очень близко прилегали к ахиллову сухожилию, и нам нужно было как-то создать, заместить этот дефект большой ткани. Собственно, для этого были выбраны как раз вот эти факторы роста, чтобы стимулировать заживление и предотвратить проникновение инфекции. Собственно говоря, мы немножко очистили рану, и потом 28 числа нанесли как раз первый раз фактор роста, закрыли все повязкой. В остальные дни мы использовали гели с полигексаметиленом бигуанидом. Да, то есть, ну, здесь, наверное, светопередача не очень хорошая, но сразу видно там после нанесение факторов роста, мы видим хорошо, как у нас начинается развитие грануляционной ткани, да, но из-за того, что присутствует инфекция, у нас получается такое волнообразное заживление идет, то есть мы вносим биосинтезированные вот эти регуляторные белки, у нас начинает расти грануляция, но при этом у нас присутствует инфекция, которую нам надо подавлять как раз полигексаметиленом бигуанидом было, да, то есть вот у нас первое применение. Дальше вот это второе применение. Плюс ко всему были заказаны специальные, естественно, на заказ сделанные разгрузочные, за разгрузочную обувь ему, чтобы снять все-таки нагрузку с пятки. Сначала он ходил у нас в волкере, а потом уже вот эта вот вторая фаза внесения, да, и третья фаза внесения. После этого уже пациент перешел как раз на обувь на заказ. Вы, как здесь уже можете видеть, рана у нас хорошо сократилась. До этого, то есть она полгода вообще не заживала, то есть она была в состоянии стабильном совершенно. Плюс ко всему она стала активно закрываться, плюс ко всему у нас сама толщина тканей увеличилась, то есть у нас, скажем так, дно раны поднялось очень хорошо. И потом мы перешли на повязки с пеной из полиуретана. Да, что, потому что там все равно присутствовала эксудация, и нам надо было как-то этот эксудат отводить. При этом мы продолжали использовать растворы полигексаметилена, потому что инфекция, к сожалению, она присутствовала в окружающей коже, в окружающих тканях. И, собственно говоря, в чем сложность этого пациента была, что он не находился на больничном, он постоянно был активен. То есть нам применение и раствор регуляторных белков, и современных перевязочных средств позволило продержать пациента активным и при этом контролировать, защищать ранозаживление, и плюс при этом тоже контролировать инфекцию и подавлять. И, собственно, вот мы подавили инфекцию, и уже заживление, то есть он был полностью амбулаторный, заживление пошло, где-то у нас уже пошел даже гиперкератоз, это все, естественно, очищалось, то есть он продолжал активно работать, и вот уже пошла эпитализация уже, ну, с осени, условно говоря, да. И вот последние фото как раз от 18 декабря, вы видите, что рана полностью зажила. Причем самое важное, в чем плюс большой, поскольку это пятка, поскольку это трущаяся поверхность, там очень важно качество тканей. Потому что обычно вот, ну, на больших дефектах кожи, да, когда там происходит формирование рубцовой ткани, качество кожи там значительно хуже. Здесь я хотел бы отметить, что вот с применением биорегуляторных белков качество тканей гораздо, ну, выше, то есть она по своим, как бы, скажем так, физическим свойствам новая кожа, которая образовалась на месте зажившей вот этой вот хронической раны, она не сильно отличается от окружающих тканей. И результат довольно хороший, и, в принципе, вот на прошлой неделе был конгресс по регенеративной медицине в МГУ, где мы как раз консультировались, как часто можно применять вот эти регуляторные белки. Они сказали, ну, ученые из МГУ сказали, что, в принципе, можно применять на протяжении всего заживления раны, главное, чтобы была сохранена микроциркуляция, которая как раз будет привносить другие клетки и будет способствовать заживлению ран. Это вот наша первая такая проба. Мы хотим дальше это развивать и продолжать. Плюс также мы хотим использовать в своей работе в дальнейшем другие жидкие среды. Это такие, как коллоидные растворы металлов, то есть серебра, например, или меди. Да? То есть спасибо за внимание. На этом все. Если есть какие-то вопросы, буду рад ответить. Спасибо огромное, очень интересное сообщение реальной клинической практики. Вопрос только в стоимости этого лечения. Сразу скажу, это гораздо дешевле, чем вот эти все вещества, которые до этого были Иберпрод. Это не десятки тысяч, это до 10 тысяч рублей. Спасибо. Это российские все разработки, это как раз выходцы из МКУ заработали, и поэтому там никто вот это вот запредельных цен не ставит абсолютно. Спасибо. И следующее сообщение должно быть у нас представлено Алексеем Сергеевичем Петриковым.
Вот, посвящается оно современным возможностям консервативного лечения посттромботической болезни. Доброе утро, уважаемый президиум, уважаемые коллеги. Ну вот в реальной клинической практике встречаются довольно часто вот такие ситуации. Мы понимаем, что посттромботическая болезнь является достаточно актуальной проблемой. Это медико-социальная проблема. И по литературным данным частота встречаемости посттромботической болезни в зависимости от ситуации может наблюдаться от 20 до 80%. Чем проксимальнее тромбоз, тем выше риски развития. И достаточно актуальным является ранняя дезобструкция или восстановление просвета после перенесенного тромбоза. Если говорить с точки зрения патофизиологии, то ключевыми в развитии посттромботической болезни является венозная обструкция, в дальнейшем редукция тромба, плюс идет системный воспалительный процесс, который в конечном итоге приводит совместно с нарушением кровообращения к венозной гипертензии. И все это в дальнейшем сопровождается постепенным развитием посттромботической болезни. На сегодняшний день достаточно много известно факторов риска. Вы видите, они представлены на слайде. Их очень много. Это и факторы, связанные с пациентом, и факторы, связанные с заболеванием, и с течением в дальнейшем, и с теми или иными вариантами лечения. Поэтому, конечно, проблема сложная, и совокупная заболеваемость в течение первого года была посчитана, она составляет порядка 22%, тяжелые формы около 6%. Ну и если мы посмотрим в дальнейшем течение, да, то есть в течение 8 лет, то это примерно 7,2%, и факторами риска, которые были установлены, да, из большого числа многообразия, по данным вот этого исследования опубликовано, является женский пол и избыточная масса тела. Мы понимаем, что реканализация вносит существенный вклад в развитие посттромботической болезни. Процессы идут активно в течение первого года, 6-12 месяцев. И чем раньше происходит реканализация, тем меньше риски развития посттромботической болезни. И эта ситуация выглядит примерно в 6 раз, да, у тех, у кого реканализация не наступила и сформировалась окклюзионные формы. Можно спрогнозировать посттромботическую болезнь по данным ультразвуковых исследований. Если через 6 недель на ультразвуке мы видим остаточный венозный тромбоз или рефлюкс на подколенном уровне, то это серьезно повышает риски развития посттромботической болезни. С одной стороны, мы должны сначала определиться с наличием признаков посттромботической болезни. Желательно понимать стратегию, либо это ранние способы хирургические дезобструкции, сейчас активно эти вопросы обсуждаются. Конечно, мы должны четко с вами понимать, какая будет стратегия в плане консервативной терапии, ну и объективные какие-то варианты оценки. Вот на сегодняшний день я попытался сформулировать стратегии лечения или пути улучшения результатов в отношении посттромботической болезни. С одной стороны, это модификация факторов риска и дезобструкция, эндоваскулярные технологии сейчас активно применяются. Это адекватная терапия, вторичная профилактика рецидивов венозных тромбоэмболических осложнений, ну и ряд других ситуаций, которые вы видите. Вот арсенал на сегодняшний день современных лекарственных и других консервативных мероприятий в лечении посттромботической болезни. Ну давайте коротко остановимся на некоторых из них. Мы понимаем, что основанием для применения антикоагулянтов при посттромботической болезни и хронической венозной недостаточности достаточно много. Конечно, это риски ретромбозов, это плохая реканализация. Необходимо создать условия в кровотоке, которые позволили активировать систему фибринолиза и позволить лизировать тромб как можно раньше, особенно в тот период, когда это возможно. Мы понимаем, что рецидив вносит серьезный вклад в развитие посттромботической болезни. Но мы также должны понимать, что антикоагулянты никоим образом не влияют напрямую на тромб. Это не тромболитики, да, у них совершенно другие задачи. Антагонисты витамина К, которые много лет использовались, они, к сожалению, не являются лекарственными препаратами, которые позволяют уменьшить частоту посттромботической болезни. Вы видите, что при этой ситуации может повышаться в 2 раза, и если МНО меньше 50, да, в терапевтическом окне, то это в 3 раза и более. Безусловно, низкомолекулярные гепарины выигрывают в отношении ситуации по профилактике
посттромботической болезни, они лучше в плане реканализации, меньше развиваются венозные трофические язвы по сравнению с варфарином, видите, почти в два раза. Ну а пероральные антикоагулянты, которые сегодня повсеместно используются в течение последних 10 лет, мы понимаем, что они также снижают частоту посттромботической болезни, но речь, конечно, идет о профилактике. И возникает логичный вопрос, а следует ли увеличивать продолжительность антикоагулянтной терапии, чтобы снизить риск развития посттромботической болезни. И вот было два проведено исследования, они опубликованы, где, в общем-то, к сожалению, увеличение длительности антикоагулянтной терапии не профилактирует посттромботическую болезнь. И все-таки необходимо оценивать в отношении рисков рецидива, рисков кровотечения, да, в отношении антикоагулянтов с точки зрения длительности. Однако для лечения этих пациентов и для профилактики развития посттромботической болезни мы не только должны соблюдать антикоагулянтные эффекты, но и ряд других. Вот в частности по сулодексиду было проведено исследование, которое показало, что в течение 5 лет на этом препарате существенно уменьшается как частота рецидивов, так и частота развития посттромботической болезни. Мы провели собственное исследование, оказалось, что пероральные антикоагулянты и сулодексид лучше в отношении профилактики, да, развития посттромботической болезни, вы видите, на 27-22% и лучше ситуация по частоте в плане тяжелых форм. Таким образом, в отношениях шансов это почти в 1,7-1,8 раза, если принимать эти препараты в течение года. Еще одно исследование, которое мы также провели и опубликовали, это пациенты были с проксимальным идиопатическим тромбозом. Частота через год посттромботической болезни у них составила почти 56%. Они были оптимальны, да, или, скажем, сопоставимы по проводимой антикоагулянтной антитромботической терапии. И мы установили, что если в течение года у пациентов регистрируется достаточно высокая частота D-димера, C-реактивного белка и гомоцистеина, то есть все это приводит к повышению рисков развития посттромботической болезни, включая тяжелые формы. Ну, это коэффициенты корреляции, которые мы изучили на фоне приема препаратов в течение года у этих пациентов. Вот какой вклад вносит каждый из этих маркеров с учетом степени посттромботической болезни, а также вы видите кумулятивную частоту, если повышены все три маркера и максимальный, вы видите, вариант, эта ситуация выглядит по тяжелой посттромботической болезни. Препарат включен, сулодексид, в большинство европейских и российских рекомендаций. Компрессионная терапия для профилактики, она, в общем-то, не позволяет на сегодняшний день на основании серьезных обзоров говорить о том, что это хорошее средство профилактики, однако все-таки сейчас не рекомендуют отказываться от этой опции, потому что это лучше, чем совсем ничего не применять. И сейчас речь идет о том, что эти изделия могут использоваться в течение одного и даже двух лет. Ну а если посттромботическая болезнь развивается, то компрессионная терапия доказывает положительные эффекты свои, качества. И это все прописано во многих гайдлайнах, в том числе в российских клинических рекомендациях. Ну и как одной из альтернатив в лечении посттромботической болезни, наряду с компрессионными изделиями, у которых создается давление на уровне лодыжки 20-40 мм ртутного столба, является прерывистая пневматическая компрессия. Это было доказано, и в общем на сегодняшний день это также хороший вариант. Ну и наши коллеги из Москвы опубликовали исследование, которое тоже может на сегодняшний день рассматриваться с точки зрения одних из альтернативных вариантов. Это электрическая стимуляция мышц голени для пациентов, у которых развилась посттромботическая болезнь. И вот как раз специальные режимы подобраны и позволяют уменьшить веноспецифические симптомы. Веноактивные препараты и посттромботическая болезнь. Ну, было не так много на самом деле исследований, да, в отношении профилактических вариантов. Ну и вот вы видите, ICCP не рекомендует для профилактики эти препараты. И это подтверждается в более поздних исследованиях, поскольку это короткие курсы и недостаточный вклад, который можно оценить. Препарат сулодексид позволяет уменьшить веноспецифические симптомы, да, и
Он профилактирует развитие веноспецифических симптомов этой категории пациентов, обладает мощной доказательной базой в отношении лечения пациентов с трофическими венозными язвами, в том числе на фоне посттромботической болезни. Это было подтверждено в исследовании российском «Аллегро», которые изучили влияние этого препарата на 12 веноспецифических симптомов при посттромботической болезни. Это легло в основу национальных клинических рекомендаций 2021 года и для трофических нарушений, и для веноспецифических симптомов, и для лечения венозных язв. Ну и вот вы видите, эти рекомендации легли, в общем-то, на сегодняшний день в те рекомендации, которыми мы пользуемся уже второй год. Ну и в завершение мне бы хотелось сказать, что достаточно много белых пятен и вопросов еще остается в плане лечения и профилактики посттромботической болезни. На слайде представлены наиболее перспективные варианты клинических исследований для того, чтобы нам лучше и лучше оказывать помощь пациентам. Приглашаю в Барнаул 21-22 сентября 2023 года на 3-й Алтайский венозный форум. Благодарю. Спасибо огромное, Алексей Сергеевич. У Ольги Вадимовны вопрос к вам. Алексей Сергеевич, как вы смотрите на перспективу одновременного использования антикоагулянтов и солодексидов в комплексной терапии у пациентов, у которых есть одновременный высокий риск рецидива венозного тромбоза, который требует в любом случае продолжения полноценной АКТ, и одновременно тяжелой формы посттромботической болезни, которая не дает, скажем так, хорошей компенсации за счет стандартного использования компрессионной терапии и классических венотоников? Я думаю, что это препараты, которые не противоречат друг другу, поскольку у них немножко разные точки приложения, и препарат солодексид в большей степени обладает активацией фибринолитической системы и приводит к лизису тромба, а антикоагулянт будет действовать на так называемый коагуляционный гемостаз и блокировать факторы. Единственная сложность в чем, на мой взгляд, это, конечно, удорожание стоимости лечения. А у вас есть опыт такой использования комбинации? Есть у меня опыт, он, понятно, что он off-label, нигде таких рекомендаций нет, и никто об этом не пишет, хотя в разговорах с коллегами мы об этом говорим, и вот на самом деле, если назначать два препарата одновременно, особенно вот в ранний период после перенесенного тромбоза, в течение 3-6 месяцев наступает более быстрая ранняя дезобструкция, хорошая проходимость, и это... Снижает выраженность посттромботического синдрома в дальнейшем. Ну что ж, Алексей Сергеевич, нам надо объединяться с такими наблюдениями. Исследование нужно нам провести, я думаю, это будет здорово. Ну или хотя бы просчитать то, что уже имеется в наблюдениях. Спасибо. Спасибо. Для следующего доклада приглашается Мурасов Тимур Мансарович для сообщения на тему аспекта лечения острого тромбофлебита в условиях стационара. Есть у нас сообщение это? Понятно. Да, тогда завершаем. Заключительного доклада Короленя Валерия Александровна, экспрессия гена в венозных стенках пациентов с разной протяженностью патологического рефлюкса в большой подкожной вене. Так, видим докладчика? Видим. Здравствуйте, уважаемые участники форума. Работа выполнена в Институте химической биологии, фундаментальной и медицины. Конфликт интересов отсутствует. Плексина-4 является корецептором семафоринов третьего класса. Участвует... И он является информационным посредником. Он является информационным посредником процесса премоделирования цитоскелета. Также он участвует в направлении аксонов в молодой развивающейся нервной системе. Как видно из рисунка на слайде, его транскрипты хорошо представлены в органах сердечно-сосудистой системы.
Его наиболее изученным лигандом является симафорин 3А, который связывается с ним в комплексе с нейропилинами. Из литературных данных известно, что повышенный уровень симафорина 3А наблюдается в водянистой влаге пациентов с окклюзией вен сетчатки. Плексины представляют из себя трансмембранные белки, которые димеризуются при связывании с симафоринами. Таким образом, образуется каталитически активная единица, запускающая биохимические процессы в клетке. Также из литературных данных известно, что атеросклероз ассоциирован с пониженным уровнем плексина. Как тоже видно из рисунка, происходит ремоделирование цитоскелета, что способствует изменению морфологии эндотелиальных клеток и, как следствие, изменению пропускной способности. Целью работы является исследование экспрессии гена плексина 4 в группах пациентов с разной протяженностью патологического рефлекса в большой подкожной вене на независимой выборке с помощью ген-кандидатного подхода для подтверждения данных, полученных методом секвенирования РНК. 26 пациентов были разделены на группы по протяженности патологического венозного рефлекса в большой подкожной вене. Соответственно, рефлекс до нижней трети бедра и рефлекс до нижней трети голени. Для достижения поставленных целей была выделена РНК из образцов венозных стенок с последующей реакцией обратной транскрипции. Полученную КДНК исследовали на экспрессию плексина 4 методом ПЦР в реальном времени. Полученные данные нормализовали на количество клеточного материала, определяемого экспрессии генов домашнего хозяйства. Перейдем к результатам. Не было показано разницы между варикозно-неизмененными и варикозно-измененными сегментами на всей выборке пациентов. Однако при разделении выборки на группы по протяженности венозного рефлюкса была выявлена разница между экспрессии плексина 4 в варикозно-измененных и варикозно-неизмененных венах пациентов в группе с рефлексом до нижней трети бедра, а также между неварикозными сегментами между пациентами этих групп. Заключение. Различия в экспрессии гена плексина 4 в группах пациентов с разной протяженностью рефлекса в большой подкожной вене указывают на его участие в процессах формирования патологического венозного ретроградного тока крови. Таким образом, данные предварительного исследования подтверждены независимым методом на независимой выборке пациентов. Спасибо, Валерия Александровна. Чудным образом у нас еще и время есть для общения. У меня вопрос такой. А забор материала осуществлялся у пациентов хирургических? Да, естественно. Это забор материала осуществлялся хирургами. Спасибо. Есть вопросы? Спасибо большое. Уважаемые коллеги, чудным образом нам удалось вовремя завершить заседание нашей крайней на сегодняшний день секции. Вот. Спасибо огромное коллегам, представлявшим разного спектра сообщения, имеющими и прикладное значение, и содержащие серьезные исследования. Фундаментальные. Надеюсь, все участники получили удовольствие от возможности представить результаты своих трудов. Спасибо коллегам за терпение. Вот, с учетом того, что мы анонсировали возможность кулуарных обсуждений, каких-то актуальных вопросов, позвольте завершить заседание нашей секции. Я не вижу нашего организатора Евгения Владимировича, потому что, судя по всему, мы должны готовиться к закрытию юбилейного нашего 15-го Санкт-Петербургского венозного форума «Рождественские встречи». Спасибо
всем большое спасибо.